Луковица лилия от гибрид Барута, лилия Моути хайбрид Барата, понравится любителям чистоты и свежести без тяжелых ароматов в саду. Растение достигает 105 см в высоту, начинает цвести в июле и заканчивает в начале сентября. Цветки крупные, до 25 см в диаметре, со слабым ненавязчивым ароматом без сладких нот. Основной цвет лепестка лимонно-желтый, градиентом переходит в белые кончики, на каждом рельефная продольная ярко-желтая полоса в середине. Пыльники кирпично-красные, крупные, контрастно выделяются на фоне головки. Сорт равнодушен к освещенности и требует плодородных дренированных почв. Лилия от гибрид Барута – это многолетнее растение высотой 105 см. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок. Лилия прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. В качестве места выращивания лилии прекрасно устроит открытый грунт. Расцветает лилия от гибрид Барута в месяц июль-август. Цветы имеют слабый аромат. Цветок окрашен в цветок лимонно-желтый с желтой полосой и белой каймой. Цвет. Интересные цветы лилии могут быть до 25 см. Как правило, на одном цветоносе размещается 8-10 цветков. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.